Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Сергей Бодя. Что я хочу сказать? Сегодня выбираю подсолнечник. Показывал я. Мне 4-5 назад показывал подсолнечник, который мы собрали. Там урожайность. Короче, 350 килограмм вместе с сорностью. И это. Был слабенький. Сейчас я хочу показать поле. Одно поле раннего посева. 5 апреля сели. Я вам его часто показывал в прошлых видео. Это одно из полей первых наших полей, которые мы занимались, ну, начали заниматься наутилом. Ну, сели мы 50 килограмм карбамида сюда. Сейчас я хочу показать вам, как поле выглядит на момент уборки уже. Сегодня 12 августа. Вот так выглядит наше поле. Ну, что я хочу сказать, я выбрал специально самый лучший участок, один из самых лучших. Шучу, сейчас покажу дальше. Посмотрите. Просто где заряжено. Оно же, вы понимаете, совка, она очагами. Если есть она очагами, то может сделать изреживание. Что я хочу показать? Вот он, как выглядит наш подсолнечник на момент уборки. У нас еще сохранились растительные остатки. Вот смотрите, вот обратите внимание. Видите, вот рост идет подсолнечника выше. И вот он просил здесь разница сантиметров 30-40 между растениями. Вот. И посмотрите, какая корзинка. Но давайте обратим внимание, здесь нет растительных остатков на этом отрезке. То есть нет солома. И смотрите, вот он не ростом. Вот. 1,20 м. Вот так. И вот мы идем сюда. И вот здесь уже 1,60 м. И смотрите, какая корзина. Да, есть трещины. Вот есть трещины, но смотрите, как растительные остатки. Ой, то есть тут больше влаги было, задержалось оно. Вот, видите, вот и тот перепад я вам, который показывал сразу за теми растениями выше. Было больше растительных остатков, сохранилась влага лучше. То есть, ну, получается, растительные остатки, как мы это каждый раз обговариваем с вами, они все равно нам больше задерживают влагу, и растение успевает больше заложить себе лучшую урожайность, выше урожайность, сформировать ее. Вот наше поле, друзья. Хочу также еще обратить внимание на то, что у нас дальше в поле есть очаги. Называть ее березка, вьюнок полевой, наши болгары паутика называют ее. То есть есть очагами. Там, где есть березка, сразу такое пятно, очаг березки, все сразу проседает. Опять же, как здесь, где не было растительных остатков, растения низкие, корзинки нет практически. Вот, смотрите, где растительные остатки, да, много. Смотрите, какой веселый, бодрый подсолнечник. Вот, даже идем по ряду, смотрим мы. Потом идет опять просадка, мелкие корзинки, сорняков нету. Вот сорняков чисто. И вот, нету, влага испарилась, растение сразу вот мелкое. Так что, влага сберегающая. Плюс смотрите, у нас растительные осадки, серня. Мы защищаем нашу почву от ветровой эрозии. Мы же видим сейчас, вот сейчас я с вами разговариваю, ветер сильный, я прикрываю телефон, ветер мне сильно дует в спину. Поэтому была бы здесь обработка дискования, культивация, там пахота, ветер бы выдувал плодородный слой почвы из земли, с поверхности. Что еще хочу отметить, да, в этом году засуха, но даже во время дождей
нету ни одной заразихи. Ее просто нету здесь. Сели мы устойчивые к заразихе 55-42 лимогрейн. И сработали пульсарами мазомокс. Друзья, поэтому наша сеялка Хорш Маэстро 8 ДФАУ, она нам дала отличный результат. У нас тут были моменты, мы с друзьями нашими дискуссии вели. Они сеяли нашей сеялкой. Потом у них есть ранние, средние, поздние посевы своей сеялкой. И такие же посевы есть у нас. Там, где мы сеяли не с УПН-кой, а сеяли Хорш Маэстро, везде посевы выигрывают в развитии, в равномерности роста, то есть равномерные всходы, меньше растения конкурируют между собой, меньше угнетают, то есть правильная глубина заделки, точная расстановка семян на растения между собой, сделали более равномерное осваивание влаги, усваивание и элементов питания, что не вызвало такой конкуренции между растениями. И они более-менее распределились между собой. Сейчас как бы они достойнее выглядят, чем те посевы, которые сеялки не справились с задачами, которые я сейчас высказал. Так что вот такие дела. Моя фраза тоже такая. Ну, смотрите, растительные остатки есть, все хорошо. Да, микроорганизмы питаются, все нормально. Вот наш подсолнечник. Дальше выше он будет лучше и лучше. Там есть тоже так пятна изреженности. Я их показывал в прошлых видео. Вот, смотрите, как красиво все смотрится. Приятно видеть. Все, друзья, я пока прощаюсь с вами. Будем показывать. Есть у нас слабее поля. Ну, это... Начали мы с него, дальше посмотрим как. На связи, всего доброго.